Я не пойду. Чтобы забронировать там столик, нужно ждать 3 месяца. Я не хочу с ними общаться. Это все так изысканно и чувственно, будто поездка во Францию. Разве что в годы немецкой оккупации. Секунду, конгрессмен, что происходит? Извините, это личное. Вы кандидат в губернаторы, это недопустимо. Вопрос касается моей семьи, и сегодня он решится. Мистер и миссис Ломан еще не приехали. Приехали. Показать водительские права? Я его брат. Конечно. Прошу сюда. В нашей семье только меня беспокоит проблема обычных людей. Стэн рвется на госдолжность, но заботится только о себе. Таким уж его воспитали. Хорошо выглядишь. Не так здорово, как Стэн, но и гримеров у меня нет. Алло. Отец, ты взял мой телефон? Да, схватил по ошибке. Хватит оттягивать. Сегодня вечером мы все обсудим и выложим карты на стол. Тост? За детей. За жизнь. За то, чтобы мы здесь не передрались. За нас. Милый, это мама. Папа ничего не знает о случившемся, так будет лучше. Если не высовываться, никто следов не найдет. Отец? Это мой телефон? Кто это звонил? Что сегодня на повестке дня? Неужели не знаешь? Речь о мальчиках. Что тебе известно? А тебе что известно? Он сдаст нас всех. Он нас сдаст, это точно. Мальчики совершили чудовищное преступление. Они ведь не нарочно. Дело никогда не раскроют, но этого ли мы хотим? Они хорошие ребята. Сделанного не вернешь. Я сворачиваю кампанию. Мы устроим пресс-конференцию, открытую, всей семьей. Твое решение изменит судьбу моего сына. Семья сделает все, чтобы защитить своих. Они должны я знать правду. Я тебя защищаю, потому что я люблю их. И тебя люблю. Если это сойдет ему с рук, в кого он превратится?